Всем привет, всех рад видеть на своем канале. Неделю назад мы запускали этот аквариум, протестировать, насколько быстро здесь будут расти растения при добавлении альгицида СО2 плюс УДО Ермолаева, макро- и микроэлементы. Прошла неделя. Ну и подросли здесь, наверное, только барбусы вместе с Данилом. Потому что марсилия, она немножечко улучшилась в размерах, чуть-чуть немножко подросла. Ламариопсис не особо. Эхинодорус куст большим как был, так он и есть. Латифолиус единственное, две стрелки пустил. Но я, как и говорил в прошлом видео, это быстрорастущее растение. Поэтому наяда немножечко преобразилась, чуть-чуть вытянулась, но незначительно. Людвигия немножко подросла, и химиантус чуть-чуть тоже прибавил в росте, ну, наверное, вот столечко, и здесь, может быть, вот столько прибавилось всего лишь. Удобрения вносятся согласно рекомендациям, как написано на баночках, то есть дозировка шприцом каждый день вносится стабильно на световой день. Растет медленно. Я думаю, здесь это связано, скорее всего, с освещением, потому что света здесь, в принципе, маловато. Света здесь маловато, потому что я сейчас покажу вам другой аквариум. Там происходит все то же самое, вся та же дозировка, ну там немного другое освещение. И там рост прибавился, ну, примерно в два раза где-то, да, стали быстрее расти растения, они стали более пышные. Лучше растут, поэтому освещение большую роль играет в этом деле. Я думаю, здесь проблема с освещением, поэтому надо добавить туда немножко больше света. Я, наверное, поставлю другой светильник и посмотрю, как будет расти дальше. Вот здесь 100-литровый аквариум. Здесь два фитосветильника стоят светодиодных. И сюда каждый день также вносятся удобрения с альгицидом. Вот из этих маленьких кустиков химиантуса раньше было всего два маленьких вот таких. Это было буквально две недели назад. Два небольших отросточка были. Сейчас здесь, в принципе, его достаточно много. Марсилия, здесь она поползла немного в тень, не в ту сторону. Вот видно. Эхинодорус рубра растет потихонечку, сам тоже себе куда хочет, куда и ползет. Бакопа тоже, в принципе, хорошо растет. Людвигия суперред здесь растет тоже хорошо. Вот такое. И вот внизу аквариум на 170 литров. Здесь амбулия растет хорошо, здесь другое освещение. Тут 4 светильника светодиодных, 2 фита, один белый холодный, один белый теплый. 6000 кельвин и 4000 кельвин. Здесь даже бакопа растет по-другому. Здесь листва крупнее, чем здесь. И она сама по себе размером покрупнее. Вот так вот. Ну и в общем, давайте подытожим, в принципе, УДО Ермолаева, что касаемо
качество, оно хорошее. В принципе, меня очень устраивает, нравится. Но единственное, нужно соблюдать дозировку. Я думаю, что не прям в точности, как написано на флакончиках, сколько добавлять. Можно немножечко больше, ну не сильно переборщить, потому что если сильно переборщить, допустим, те же самые микро- и макроэлементы, без альгицида можно словить вспышку водорослей. Я думаю, что альгицид в своей мере все равно предотвращает это дело, даже если немного увеличить дозу, чуть лишнего дать. А вот если без него просто вносить удобрение, то здесь сильно я бы не стал экспериментировать, перегибать по количеству. Поэтому, в принципе, растет все на этих удобрениях очень хорошо. И качество растений, и листики, то есть все прекрасно. Единственное еще, при каждой подмене воды, каждую одну треть, когда я меняю воду, я добавляю железо. Дополнительно, то есть у меня есть флакон Ермолаева железа, и допустим, если в 100 литрах я меняю 30% объем, то количество железа я добавляю не на 100 литров, а на 30 литров, то есть на тот размер воды, на тот объем, который я меняю, в качестве дополнительно. Калий еще есть, продается отдельно. Он у меня тоже есть, но я его не добавляю постоянно. Я считаю, что его нужно добавлять только тогда, когда есть какие-то хорошие признаки нехватки калия. А так в небольших дозах он, в принципе, содержится и так в составе удобрения. Поэтому при каждой подмене я добавляю только железо. Ну и каждое утро, естественно, я вношу дозированно. На световой день, в самом начале, как только включаю светильник, вношу микро, макроэлементы и альгицид. Вот. То есть вношу дозу именно на этот световой день. Вот как-то так. Хорошее удобрение, что я могу сказать. Всем пока. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал.